Hello, everybody, in Learning Comics. Сегодня с вами я, Вадим, и мы будем играть. Так вот, сегодня с вами будем играть в «Как достать соседа». Поехали. ТВ-шоу «Соседы из ада» или «Как достать соседа» в серии «Делкада из сердца». Все. Так, давайте посмотрим, что у нас есть. Подушка-пердушка. Аптечка. Клей. Тихо, собака. Да не заходи ты сюда, туда. Я хочу туалетку взять, испоганить ему весь туалет. Он там точно в окно смотрит, не? Ладно, есть идея, пока он уходит, я заклею ему бинокль. Ну тихо, давай. Давай. Все. Он пока сидит на диване. Я сделал ему двойную ловушку. О! Yes. Сплю подушку-пердушку на это. Еще на пердушку. Лошара. Блин, 4 пакости. Какие еще 2? Так, он в туалет не будет. Поэтому другие пакости только на кухне. Не! Куда? Куда ты идешь? Ядрё, ты меня испугал. Есть идея, все. Обмотаю телевизор и положу яйцо в микроволновку. Лошара, теперь не будешь так на запретные вещи смотреть. Он даже ничего не успел сделать. Ну все, лошара, давай, иди. Лошок! Было легко, но мы прошли первый уровень. На 99%. ТВ-шоу «Как достать соседа» в серии у телеэкрана. Окей, посмотрим. Он будет сидеть... Так, тут пиво. Видно. Он что-то будет делать. Так, давайте аптечку посмотрим. Очень узкое сливное отверстие. Все, я ему сосрал комнату. Туалет. Сейчас попробую. Раз. Все. У меня почти все пакости подготовлены. Только надо... Раз. Так, он пошел за новой банкой пива. Фух. Я ему замотаю еще телек. И он сейчас, видимо, в туалет пойдет. Я ему помешал слабительное. Yes, первая пакость. Первая пакость.
захожу туда. Ну чё, кто тут у нас в туалет захотел, а? Режем ему диван. Диван режем. Он так из-за обосранного туалета посмотрел на это. Я гений, я сейчас пройду этот уровень. Не иди за пивом. Дурак. Все, есть идея, он сейчас поднимется. Все, гениально. Я спрячусь. Ну, все, мы почти прошли уровень. Давай, садись. Лошара. Мы прошли уровень. У-ху! На сотню. Yes! Гениально. Ну чё, давайте следующий уровень. Я чё-то описание не читаю. Давайте. Сюрприз ко дню рождения. Подсказка не нужна. Я, кстати, туториал полностью прошел, поэтому я все знаю. С помощью пакости можно заманить соседа туда, куда надо нам. Окей. У соседа день рождения. Как всегда, он празднует наедине с собой, любимым. Задувает свечу и желает себе всего самого лучшего. Между делом он спускается заглянуть в почтовый ящик. Как пришла открытка или посылка с подарком. Вот бедолага. Разве так справляют дни день рождения? Вуди решает ему по-соседски помочь. Ага, помочь. То есть он верхний и нижний. Туалет — это самое безопасное, я думаю. Он пока о торте думает. Дай-ка сосру ему туалет. Тут есть мыльница. Так, все, сидим тут, потому что этот именной сейчас смотрит письма. Все. Смотрим, кому это и что в нем есть. Самое безопасное. Так. Все. Идем на этот другой этаж. Это, думаю, тоже безопасное такое место. Все, мы тажник. Да ты, дурак. Нет. Ну, дурак, а. Ты же видел, использовать свечи для торта. Так, я поставил специальные настройки. Так, он пока празднует. Я сделаю ему первую шутку. Не надо. Мы, думаю, её успеем сегодня.
Все, я подготовил пока все шутки. Пакости. Теперь посмотрим, что он будет делать. Лошара. Еще одно. А ну давай, стирай быстрее. А ты еще не знаешь, что тебе туалет засрали, а? Вот не жди, мы все делали, считай, братиша. Ха-ха, лошара, мы прошли этот уровень. И все. Мы прошли этот уровень тоже на совершенно. Давайте этот уровень тоже пройдем. На мокрой плитке так легко подскользнуться, а ведь плитка бывает не только ватной. Ох, кстати, да. Кто слопал пирог, яблочный пирог? А кто может быть лучше, что может быть лучше яблочного пирога? Думает сосед, ставя очередной ломтик в микроволновку. Эх, пальчики оближешь. Но если как следует приспичит, забудешь даже про яблочный пирог. И сосед стремглав кипится в ванну. Вуди остается только ловить момент. Должен же кто-то помешать соседу наслаждаться пирогом. Как я понимаю, это место очень свободное. Дать по... Не надо. Ты меня пугаешь, Вуди. Ты что делаешь? Давайте посмотрим, что делает этот пока дурак. Блин, он целый день торт что ли катует, а? Во. Он пошел в ванну, а я пока смотрю холодильник. Если в нем будет яйцо, я не поверю. Как, дурак ты, а почему тухлое яйцо все время держишь, а? Я уже первую пакость. Давай там иди уже. Я тебе уже первую пакость сделал, дурак. О, это очень хорошо, потому что мы сделаем много пакостей. Сейчас сделаем это. Дурак, не надо. Давайте посмотрим. Похож на спид. Есть идея. Вау. Подмешаю. Это волосина. От этого средства вырастут волосы на груди. Нет. Нет смысла осматривать холодильник. Так. Мы сделали две пакости. Ой, сколько еще предстоит сделать пакости. Все. Он теперь идет с пирогом. Это наша... это наш момент. Не надо так быстро! Ух! Подмешать. Ага.
шара. Я тебе там все искадючил. Все. У меня почти все пакости сделаны, потому что у меня нет счета о пакости. Ну, правда, есть справа с монетами, ну ладно. Ха-ха, лошара. Ну чё, давай посмотрим, чё ты там делать будешь. Кстати, суперкузлей. Может, с микроволновкой? Да блин, даже использовать нельзя. А он даже намек не дает, можно ли или нет. Ха-ха, лошара. Что делать с этим-то суперклеем, а? Не рано. Фу. А это лошара вообще? Давай посмотрим, что приклеить. Есть идея. Все. Я ему все нагадил. Давайте посмотрим, что он там делать будет. А что делать? Какая счета пакости, а? У меня больше нет пакости, если что. Может, еще раз кому-то смотрим? Нет. А что там? Ну и вопрос. Нет, реально, мне одна пакость осталась. Ну, чуваки, если я догадаюсь в следующей серии, пишите комментарии, но я дальше не знаю, какие пакости делать. Ну чё, закончу на этом серию. С вами был я, Вадим, и в следующих комиксах. Давайте, удачи!